В Татарстане Нурсултан Назарбаев не был уже давно. Последний раз он приезжал 13 лет назад. Рустам Миниханов встретил гостя в аэропорту, а затем приветствовал в Кремле. Нурсултан Абишевич, большое спасибо за визит. Все, что вы делаете для развития евразийского пространства, мы реально это ощущаем. И, конечно же, сегодня Казахстан – это самый главный наш партнер. Нурсултан Назарбаев рассказал, с момента его последнего приезда Казань сильно похорошела. Впечатляет и развитие всей нашей республики. Город совершенно изменился. Он выглядит как один из лучших западных городов. Вообще, когда у меня есть Астана, я приезжаю в любую столицу европейскую, я быстрее хочу оттуда уехать. Мне кажется, он старый, в гостиницах тоже обветшалы, ковры протертые. У нас все блестит, вот так же блестит Казань. Я с большим уважением отношусь лично к вам. Вы человек творческий, все время ищете, лучшие приносите сюда, внедряете. Поэтому Татарстан сегодня один из самых развитых, лучших регионов России. Отмечая заслуги Рустама Миниханова в деле укрепления связи между двумя странами, Нурсултан Назарбаев наградил президента Татарстана орденом дружбы первой степени. В Казахстане это высшая награда для иностранцев. В будущем такие партнерские отношения должны дать и больший экономический эффект. На встрече обсудили новые перспективы сотрудничества. Сейчас товарооборот Татарстана и Казахстана 700 миллионов долларов. Нужно стремиться к миллиарду. За счет чего этого можно добиться, гостям из Казахстана показали в Кремле на специальной выставке. Эта выставка в Кремле своего рода товар лицом. Татарстан готов предложить Казахстану сотрудничество по широкому кругу вопросов. Это, собственно, как поставка нашей различной продукции, будь то автомобильная, авиационная, морская, так и создание совместных предприятий по ремонту и производству данной техники. Для стимулирования деловых связей Нурсултан Назарбаев пригласил Рустама Миниханова посетить Казахстан. Президент Татарстана предложение принял. Дмитрий Ирин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.